Ну вы как, пытались сигареты, да, купить? Я другие купил. Пришлось вот эти брать. Стрёмные, да? А эти жиры. Я вот тоже Chesterfield курю. Ну я просто кнопку не буду включать, и все. Да, кнопка. То же самое будет. Кнопка вредная. Там то же самое, табака. Ну здесь, да, не везде бывают сигареты, которые хочется купить. Да. Как вы оказались ночью в такое дождливое время? Я машину в гараж поставил, тут, вот иду. А? Пытаюсь машину вызвать. Ну да. А я просто. Домой уехал, но надо вставать рано. На работу. Опять. Завтра на работу, да. Понедельник, да, вообще жизнь. Я дворник. Со скольки? С 8, с 9? С 9. С 9? Нет, все по-разному просто. Ну да. Как-то вообще, блин, другой ошибок, там что-то неинтересное говорят. Людей просто выжигают и все, работают. Да. Не работая, это гадости. Радиация. Да уж. Так, наш, это дом, что это вообще? Да уж, дождь, ливень. Да он что-то полил как-то не спонтанно вообще. Не было. Да уж. Не останавливается. Ну вы сильный человек. Вы хороший человек. Все будет хорошо. Да. Надеюсь, что будет так. Как и всех. Все хорошо. Не получается вызвать такси. Целая дилемма какая-то, ну. Да, у них какой-то загруженный график сегодня, да, странно. Да, не график, они спят уже просто половину. Ну, только я думаю. Такое бывает. Я там сам такой трактовал. Знаю, как цепочку трактовал, сколько лет, наверное. Лет 13 лет катался. Нифига. Ну, как бы. Наверное, неадекватов было дофига. Случаи 4 были, которые там экстренно убили. Неприятно. Особенно в крае неприятно. В крае, да. Все говорят, поехали в Ачинск просто. Они сидят, один жлоб рядом, двое сзади. Я говорю, и берет так за шею просто. Веришь, я шею сломаю. Нифига себе. Я говорю, верю, как бы. Поехали, говорю, через Алстанск или в Ачинск, куда-то туда. Ночью, я привез до края, по заявке взял и забрал, по заявке, и туда повез. Нифига жестко. Это вообще жесть была. Да, жестко, конечно. В итоге потом еду, говорю, таксисты стоят, останавливаюсь. Думаю, надо что-то соображать. Думаю, где менты вы, ё-моё, хоть появились бы, я бы там как-то что-то намекнул вам. И нету когда звонок. А ментов нету, да. Закон подлости. Ночью, ну, края. А когда не надо, и они есть. Да, я еду потом, таксисты стоят. Я говорю, вот таксисты стоят, езжайте куда угодно. Я поехал домой спать сюда. Мне не важно, говорю, я не собираюсь вас возить сюда. Я вас заявку взял, я вас привез в край. Все, вы тут дальше езжайте сами. Другая ситуация была. В итоге они что-то как поворчали на меня, мол, ты получишь, типа. И все. Это, наверное, я... таджики были. Русские. А, нифига себе. Какие-то наркоманы. Это же надо, а. Странно вообще. Это был капец просто. Жесть.
Просто, ну, другой там стекло выносил, боковое. Переклинило мужика, не знаю почему. Сидит в машине. Я ему говорю, надо что-то еще 10 рублей вот что-то у вас не хватает. 10 рублей! 10 помню, рублей, что? Ну. Меня это как бы заклинило, я это буду помнить, не знаю, на всю жизнь, наверное. Это 10 рублей. Я говорю, ну ничего страшного, говорю, как бы, ладно. Он не выходит с машины, там, ля-ля, тополя. И берет как-то, то ли с локтя он долбанул, то ли с ноги. Стекло выносит. Стекло выносит. Я за ним бегу, он в подъезд забегает и убегает. Выходят его друзья, там, 3 или 4 друга, там, выходят такие, мол, вот, типа, что-то он не приехал, ля-ля, тополя. Говорит, а вас, типа, друг убежал. Они, типа, ну да, наш друг. Я говорю, у меня стекло выйдет столько, что как выйдет, так, как бы решать этот вопрос. И таксисты подолетели, блин, все такие, о, ребята, мы, похоже, попали. Нифига себе. Тут не менты приезжают, вообще никто не вызывал, откуда они взялись вообще, как люди свалились. Ну как вы будете оформлять абонентку или как? Я говорю, мне вот не важно, мне говорю, денег дайте и все, чтобы я сделал, где свой счет. Ну там в итоге сделали там. А ну деньги просто отдали за него. А вот я, например, хочу залезть на вот ту девятиэтажку и спрыгнуть. Да нет, не надо этого делать. Не надо? Нет, жизнь одна. А я похож на тютю-матютю? Нет, конечно. Ну, я похож на жалкого ничтожества? Нет? Нет, вообще нет. Просто жизнь одна, один раз живет. Зачем? Просто меня в комментариях, я видеоблогер, художник, меня оскорбляют, унижают. Ну это ладно, неважно. Просто меня вчера менты приняли. Прессовали немного. У меня друзей нету. Сверстников, потому что я подходил пьяный знакомиться к сверстникам, все они оказывались солевыми, или алкашами, или быдланами. Все хорошо будет. Да, все хорошо будет, надеюсь, да. Здравствуйте, а вам что-то можно? А магазин 9-й на школьной 1-й, 9-й.